Добрый день. Хочу оставить отзыв о человеке, с которым я познакомилась сегодня, вживую, скажем так. Мы разговаривали сегодня по телефону, у меня сегодня была консультация. Консультация была про финансы. Мне очень понравилось, такое ощущение, что я общалась на самом деле не с человеком, которого я не знаю, а с человеком, который... вот, ну, как с лучшей подругой на самом деле. С самого начала даже не знала, о чем разговаривать. И она задает вопросы, я на них отвечаю, и потихонечку оно выходит, вся та информация, которая мне и нужна. Проанализировав мои ответы, она мне дала очень интересные рекомендации. Все записала, ничего не забыла. Записала все самое важное и нужное. Это я потом еще раз передумаю, продумаю, как это все сложить, как это все в своей голове уложить по полочкам. На самом деле мне очень понравилось. Я очень рекомендую общаться, я рекомендую обращаться со своими вопросами именно Кладе Апрексиной. Мне очень понравилось. Есть такие моменты, которые на самом деле нужно убирать в своей жизни. И без помощи человека, знающего, это сделать очень тяжело, на самом деле. И мне безумно понравилась та информация, которую я получила. Те вещи, которые я сегодня услышала, я обязательно буду применять. Я выпишу те слова, которые она сказала, и буду убирать свои страхи, буду убирать свои блоки, буду входить в ресурс, в тот, который, кстати, необходим каждому человеку, в какой бы ни была ситуация. Лада, огромное вам спасибо. Я очень рада и очень благодарна вам за то, что вы обратили свое внимание, за то, что вы выбрали меня, потратили на меня свое время, дали мне информацию. Спасибо вам большое.